Заключительный матч года между «Рубином» и «Спартаком» стал для двух молодых людей весьма радостным событием. Оригинальное предложение руки и сердца сделал болельщик казанцев своей девушке, которая, между прочим, была в цветах московского клуба. Вряд ли такие теплые отношения испытывают сами команды друг к другу. Уйти в отпуск на мажорной ноте – одна из главных целей, которую ставят перед собой игроки в конце календарного года. Что уж касается тренеров, то у них задача немногим сложнее – остаться в команде. И если для Валерия Карпина ситуация привычная, то для Курбана Бердыева однозначно нештатная. Плюс ко всему, казанцы подошли к отчетному поединку года не в оптимальном составе. Полузащитники Еременко и Рязанцев восстанавливаются после травм, а нападающий Рандон дисквалифицирован. У москвичей ситуация тоже не подарок. Два защитника, Пареха и Инсуральда, и нападающий Эминики не появились из-за перебора карточек. Первый тайм не подарил болельщикам забитых мячей, да и по-настоящему опасного момента пришлось ждать 36 минут. После подачи с фланга Дзюба скинул головой на Черстрема, который ударом через себя пытался отправить снаряд в сетку, однако шведу не хватило точности. Во втором тайме москвичи были более нацелены на ворота соперника, что и принесло свои плоды. На 60-й минуте матча Хурада прошел по флангу, обыграл Бакетти и отдал зрячий пас на Магиди. Эйден взял короткую паузу и, уложив Кузьмина, катнул мяч в пустые ворота. Под занавес встречи Дзюба имел возможность забить, однако судья Безбородов зафиксировал фол и показал Артему карточку. В итоге «Спартак» побеждает с минимальным счетом и уходит на перерыв в хорошем настроении. На протяжении трех матчей руководили «Спартаком». Видите какую-то положительную динамику не только в результатах, но еще и в содержании? Со стороны кажется, что есть. Ну, со стороны по поводу нравится, не нравится, это больше к вам, наверное. Со стороны мы, естественно, смотрим помимо этого, вернее, не помимо этого, а самое главное, наверное, на результаты. Был 4-2 матч с «Зенитом», был 2-1, считаю, все-таки не по делу. При очень хорошем первом тайме. Вот, ну а сегодня плюс. Не могу сказать, что играли очень как-то феерично, но очень строго, очень внимательно, очень сконцентрированно. За что и получили такое вознаграждение. Валерий Георгиевич, когда станет ясно, остаетесь ли вы тренером «Спартака»? Ну, завтра, послезавтра.